Кубанская погода покажет зимний характер. В связи со смещением на территорию Кубани холодных фронтальных разделов в северо-западных районах Европы через акваторию Черного моря 12 и 13 января в регионе прогнозируются сложные погодные условия. Синоптики обещают дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Местами ожидаются сильные осадки, ухудшение видимости. Ночью и утром 12 января гололед, налипание мокрого снега на деревья и провода. На проезжих частях гололедица. Кроме этого, усилится ветер, его порывы будут составлять 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в регионе 13 января значительно понизится. Ночью и утром минимальная температура воздуха в большинстве районов края составит минус 7, минус 12 градусов. Днем минус 4, минус 9. Входит циклон. Этот циклон несет с собой в первую очередь это усиление ветра. Сильных осадков мы сравним их с месячной нормой выпадения осадков или боли, мы не ожидаем. Но в связи с тем, что идет понижение температуры, а это особенно будет в ночь с 12 на 13, с 13 на 14, причем на различных территориях района она будет разная и прогнозируется от минус 5 до минус 9, на отдельных участках до минус 10-12 градусов, то в сочетании с тем, что выпадут осадки, возможны гололедные явления, возможно обледенение проводов. И все это будет происходить стремительно. В этой связи наши рекомендации, это в первую очередь касается водителей, ограничить выезд частных автомобилей и только при крайней необходимости использовать частный транспорт. Обращать внимание на все извещения, сообщения служб о ухудшении погодных условий, особенно дорожных. В ближайшие 2-3 дня особых катаклизмов нас не ожидают, но следующая неделя, начиная с выходных, у нас опять же прогнозируется при усилении ветра и выпадении осадков.